GainTV и Cloud Money представляют. Привет, друзья! Сегодня хочу вам представить наших гостей, которые приехали, уже, заметьте, приехали на наш воркшоп, который начнется только 2 мая. Вот. Юрий Майоров, прошу любить и жаловать. Дмитрий Парадовало, даже не знаю его фамилию, всегда он сказал, называйте меня Парадовало. Парадовало так Парадовало. Значит, сразу хочу отметить, что приехали они не за бюджетные деньги, то есть это не деньги Cloud Money. Они приехали за свой счет. То есть вы чувствуете, очевидно, желание людей принять участие, и их не останавливает ничего, даже билет. Ну, давайте поговорим, значит. Вот, Юрий, расскажите. Вчера вы уже выложили первый ролик. Ты уже выложил первый ролик. Что это я его на вы? Вчера я приехал, первый день здесь находился. Встретили хорошо. Поселили, разместили, спасибо. Прокатился по острову, посмотрел, что происходит. Ну и обратил внимание, что команда действительно работает. Не останавливаются ни на минуту. То есть ребята ежедневно, целыми днями что-то креативят, что-то изобретают, считают, консультируют, объясняют. То есть процесс идет. Это не пустые слова, это действительно процесс идет. Собирается команда, которая планирует работать. Какие будут плоды у этой работы, пока не ясно, но все предпосылки к тому, чтобы был результат хороший, я думаю, они есть. Дим, есть что сказать? Да, есть. Может быть, вы уже видели, мы начали снимать свой видеоблог Парадовало, потому что действительно ребята очень активно работают. Несмотря на то, что команда еще не вся приехала на воркшопе, наверное, основные люди будут, да? Уже очень много перемещений, очень много различных мероприятий проходит. Это все хочется снять, поделиться с людьми, как бы показать, как это все происходит. Люди собрались очень позитивные, творческие, креативные, то есть, безусловно, получится хороший проект, я не сомневаюсь. Как вы видите, у нас уже действительно началась работа, старт проекту дан 25 числа. За это время, вы видели в статистике сайта, у нас зарегистрировалось почти 2500 участников. Вот. Начал расти облачный фонд. Для тех, значит, кто задает вопросы, не понимает, как работает статистика, хочу сказать, что цифра, которая отображается в облачном фонде, она сегодня не отображает всю цифру вводимых средств в систему. То есть, смотрите, у нас же введено сейчас ограничение. То есть, сейчас в системе стоит лимит 0. Я уже говорил это и повторяю неоднократно. То есть мы приняли решение, что первые вклады, которые будут делаться в систему, они будут делаться из расчета 50% зачисляется сразу после того, как человек перевел деньги, и 50% в течение месяца. Таким образом, получается, что в статистике сейчас, на данный момент, отображается только та цифра, только вот 50%. Поэтому для понимания того, сколько же денег сейчас находится в облачном фонде, умножайте эту цифру на 2. Принято решение по поводу, как мы будем убирать это ограничение. То есть, как мы будем переходить на систему уже 100% взносов. То есть, принято решение, что в течение мая месяца мы будем постоянно увеличивать сумму средств, которые будут зачисляться сразу. То есть, каждый день процент зачисления будет все больше и больше. И к концу мая месяца он подойдет к цифре 0. Таким образом, те, кто вступил в систему сейчас, и те, кто вступит в систему в конце мая или в начале июня, они уже не будут иметь разницы в приоритетах. Поэтому сейчас вот уже буквально там с первых чисел мая вы сможете наблюдать тот факт, что сумма, которая зачисляется на счет, она становится все больше и больше. То есть она будет расти, значит, у нас там примерно там, на 2,5% в день. Таким вот образом, что в сумме потом составит, ну, там, порядка 100% в месяц.
Да, это, имейте в виду, это послужит. Это позитивно, на самом деле. Но я, как самый первый участник МММ 2011, хочу сказать, что вот Cloud Money — это именно даже не система, это тот способ, та методика построения финансового какого-то облака, пирамиды там, или какого-то финансового института, который действительно может что-то принести, какие-то конкретные плоды. То есть мне изначально понравилась схема, ну даже не схема, а тот алгоритм ввода средств, который вы предложили на начальном этапе. Я думаю, что в принципе от этой схемы можно и не отказываться. Я думаю, что ограничение вклада можно не делать тысячей долларов. Тысячу долларов можно сделать ограничение на ввод в один месяц. А объем средств, которые можно вводить в систему, ну или там не в месяц, там за единицу времени, объем можно вводить любой. Главное, чтобы он вводился полномерно. То есть заявить можно любые деньги, по моему мнению. Я, конечно, не создатель проекта, но я как участник МММ, который делал именно так, я почему-то думал, что эта идея, она будет развиваться именно в этом ключе. То есть все, то есть деньги должны поступать постоянно от каждого участника. То есть каждый участник должен извлекать прибыль из облака, то есть и тратить ее там на свои какие-то потребности, но при этом он должен постоянно подпитывать это облако. В зависимости от того, как он будет подпитывать это облако, соответственно, его прибыль со временем, она будет расти. И часть этой прибыли можно будет снова отправлять на подпитку облака. То есть только так, я думаю, вот эти системы все, они смогут какое-то время жить, и я думаю, что достаточно долгое время сможет жить. То есть это не реинвестирование средств, да, это создание действительно виртуального общего кошелька, в который все кладут по мере возможности какое-то определенное количество денег, но получают равными долями, независимо от того, что происходит в системе. То есть вот это очень позитивный момент. То есть это то, то есть на самом деле, скажу, буду честным, в МММ там 2012, например, я не приглашал ни друзей, ни знакомых, ни родственников, вообще никуда никого никогда не приглашал. Потому что везде видел какие-то уязвимости, недоработки. Ну, везде видел то, что может привести к резкому скаму, ну и, соответственно, к какому-то негативу лично ко мне, со стороны тех, кого я пригласил. Здесь система немного... Даже не немного, она кардинально отличается. Здесь все участники находятся в определенных рамках. И из этих рамок уже невозможно выходить по условиям системы. И здесь важно только осознание того, что мы все вместе должны просто поддерживать это облако. То есть неважно, сколько там средств будет, ну, аккумулироваться на каких-то конкретных этапах. Важно, чтобы это облако постоянно отчисляло какие-то проценты тем, кто туда инвестирует, ну и, соответственно, это не заставит там каких-то долгих результатов ожидания ждать. Я не до конца понимаю, что будет происходить с этим облаком через год. Все будет зависеть, наверное, от нашей работы, от того, как мы это будем продвигать. Но, по крайней мере, сегодня я имею четкую уверенность в том, что я не побоюсь там рассказать об этом там родным или близким, пригласить каких-то друзей в эту систему. Конечно, есть сложности. Сложности, связанные вот с Perfect Money, с тем, что это какая-то виртуальная валюта, которую сложно выводить. Но все равно есть алгоритмы, варианты вывода, превращение этих денег виртуальных в те деньги, за которые можно купить хлеб, там, молоко и так далее. То есть в деньги повседневного спроса. Я об этом расскажу, может быть, отдельно как-нибудь. В ближайшее время, надеюсь. Но сама система, она должна работать именно так. То есть все, что создавалось на рынке пирамид, оно не имело такого алгоритма. Здесь же есть четкие рамки, благодаря которым я имею уверенность, ну, в том, что это действительно будет работать. Здесь не страшно приглашать. Мне нравится. Андрей, ответь, пожалуйста, на простой вопрос обывателя. Я сделал вклад сейчас. Где мои деньги? Значит, сейчас, это... пока денег в системе мало. То есть их незначительное количество. Они находятся на системных распределительных кошельках. Уже в конце следующей недели мы наберем необходимое количество кошельков, людей, которые отметили в своем кабинете галочку «Я согласен, чтобы к моей системе подключили API». И у нас тогда получится
сколько у нас есть кошельков и сумма, которую мы хотим разместить. Мы ее просто делим по количеству кошельков. И получается некая средняя цифра, которую мы начинаем перекидывать. Поэтому вот сейчас сложно ответить, какая сумма будет. Ясно будет только одно, что эта сумма не будет превышать того взноса, который сделал участник. Для чего? Для того, чтобы у него не было интереса с этой суммой раствориться. А вот тем у меня самым, еще один вопрос у меня сразу возникает. Я как пользователь, ну как просто простой пользователь, я не так широко разбираюсь во всех этих системах электронных, там распределение средств и так далее. Я хочу задать вопрос, от меня какие-то действия от пользователя физически мне нужно будет нажимать какие-то кнопки для того, чтобы управлять этими деньгами, которые приходят на хранение, например. То есть если я согласился пользоваться этой системой, от меня потребуется какая-то обратная связь? В общем, от вас это ничего не потребует. Хорошо. В момент регистрации в вашем личном кабинете будет появляться поля, специальная инструкция, в соответствии с которой вы будете делать шаги, которые приведут вас, собственно говоря, к тому, что там нет ничего сложного. В случае, если будет непонятно, вы можете позвонить, ну, с вами свяжутся или вы свяжетесь с нашими специалистами, которые вас проконсультируют. Но тем самым вы как бы становитесь вот в группу тех людей, которые обеспечивают, собственно говоря, вот этот распределенный доступ. А это наша безопасность, потому что...